Привет, господа. Недавно посетили Иргу, организаторами которой были кировские ребята, за что им большое спасибо. Задача сторон захватить точку, обнаружить координаты объекта, то есть как оказалось тяжеленного мешка с песком, заставить объект с номером, который соответствует номеру точки, поднять флаг с цветом своей стороны, тем самым обозначить окончательный захват точки. Спасибо за просмотр, держи, что подписались на канал. Все ссылки в описании к видео. Удачи. Так туда сюда хули куда? А что в зданиях-то должно быть? Бумажка какая-то с координатами боеприпасов. Кто-то здание, что? Вот второе здание, по-моему, наше. А вот это вот прямо противник. Вот прямо кто там стоит? Охрен не знаю. Право ему, пойти туда. Так он поди с коллективом-то с ними вместе. Эй, кто передавал про четверку, сообщите тем, кто нашел, что пришли в первое здание от входа. Блять, что они поди умерли, вот и не отвечают. Вот так-то, да, через зеленку. Вот они туда и ломанулись. Егор говорил-то, они мешок-то нашли. Молчадок, значит, умерли. Я говорю, потому что там голоса были. Тишина, значит, точно грохнули его, бля. Их там трое было, да? Где? По дороге. А где мешок-то? У тебя лечит? А чё я его не слышу? Бля, так ты передай им нахуй, неси его, этот мешок, в этот первого здания, которое взяли. Пускай пиздо туда, где вы разошлись-то, скажи. Да-да-да, это там рядышком у меня был с ним. Егор, возвращайтесь назад, первое здание нам внести. Желтое, три человека, слышал меня, нет? Да, еще раз спрашиваю, кто нашел четвертый мешок? Блядь, пошли за ним. Еще раз запрос. Кто нашел четвертый мешок желтый? Да, ты идешь, где ты находишься, прием. Ребята, ребята! Свои, свои! Свои, свои, свои! Нашли, нашли мешок! Сейчас притащим к четвертому зданию. Чё там? Блядь! Бери! У меня аж, блядь, порвалось. Давай вдвоем. Порвалось, погоди. Мешок нашли, он тяжелый, кое-как тащим. Тащим к четвертому зданию. Давай, слышишь ли? Положите мне его на шею вдвоем, закиньте. Егор, давай закинем. Я скольчо протащу, быстрее так получится. Красный, иди к нам по помогу. Куда я убежал? Да положи нас на землю, блин. Бля, на шею, говорю, не на спину. Держишь? Сейчас. Все, взял. Погнали. Я ебал в рот. Красный, иди куда я убежал? Пошли, провожу к четвертому, я знаю где-то. И как я тут пойду? Да, да, да! Бля, мешок он с песком, ёпты! Не знаю, по-моему, белый мешок номера и с песком ему. Да, да, с песком тащи. Вижу, туда нам надо. Осторожней. Давай, хватай вдвоем, подачи. Погодите, я вперед немного уйду. Вон четвертое здание, кирпичное, светлое. Право движение. Свои.
Вот четвертое, вот то. Да. У меня все тут? Все, давай, пиши. Давай. Да, блядь, на обострал высыпы. Че, давай? Слышишь ли? Не сюда. На, прямо вот лайки. Егор, смотри, окна, открывай. Вон четвертый, иди сюда. Живой? Где четвертый, ты знаешь? Вот, из четвертого надо принять, мы тут в лесу. Прямо, подожди, первым стреляю. Четвертое здание, выйдите наружу, на сторону респы. Блять, пальцы отваливаются. Кто там в здании? Вон, смотри, давай, пошли. В первом здании кто-то в окошке торчал. Сюда, подходи ко мне. А это дочь. Давай. Фу, бля. Эй! Мешок притащили! О, отлично, давайте сюда. Бля, так иди помоги, а! Оно пиздец нелегкое. Вон у вас сзади еще 4 человека. Где? Че, включили? А, ну да, давай. Ладно, пусть решили правила. Сюда я вот к флагам. Вот здесь в коридоре флаги. Бери. Там сидят торца наши. Нас сперва тут не ебанут, да? Сперва это наше здание. Только не выходите далеко от стенки. Давай, пошел. Да, внимание, отошли. Доставили, доставили четвертый мешок. Поднимаю, отплавлю. Вон наши флаги. Я заебался его тащить. Да. Да, воевать хочешь? Да. Вот смотри, догоняешь вот этих пацанов. Ага, я их вот, знаю. Идешь с ними. Понял. Но где противник? Вот скорее, они проверяют вот этот здание с синими окнами. Да, неизвестно там, то ли убежали, то ли не убежали. Вот лучше так пройди и... Понял. Да, либо даже вообще по лесу можешь пройти и зайти дальше, то есть как разведка. Там,